Друзья, небольшой видеоролик по поводу освещения на моем доме, на моем участке. Условно делю я на две части, на две зоны. Зона улицы и зона дома. Что касается зоны улицы, оно состоит из двух частей тоже. Часть столбы, вот такие вот, столб-фонарь, который идет вдоль дорожек с этой стороны. И то же самое идет вот с той стороны. И вот такие вот шарики, фонарики, которые локально находятся в разных местах. Здесь вот, здесь, здесь. Вот в этой зоне у меня 4 таких фонарика. И вот они освещают различные зоны, дают дополнительный свет. И на доме есть вот такое вот освещение террасы. Иногда мы сюда вечером приходим пить чай, включаем свет, качаемся на качелях. Есть вот такое вот контурное освещение, которое идет по свесам кровли, на фронтальных и на карнизных свесах, по периметру. Вот такая вот лента. И вот она идет туда дальше. С той стороны идет то же самое. Есть вот такие фонари, которые просто светят вверх-вниз. С этой стороны 4 штуки, с обратной стороны, по-моему, 3. И здесь вот, там, где у меня зона банного чана, банный чан, там тоже несколько шаров. Мы когда ходим вечером в банный чан, вот, оставляем гореть только их. Получается такой не сильный свет. И плаваем в этом чане. Издалека давайте вам тоже сейчас покажу, как это выглядит. Вот так вот идет лента. Вот такие столбы здесь, как и там. Светит вдоль дорожки. И вот так вот, если немножко издалека, освещение на доме выглядит как-то так. На доме и на участке. Сейчас еще не очень темно. Когда совсем стемнеет, получается более интересно, более, можно сказать, так сказочно. Но сейчас тоже, в принципе, ничего. Вот как-то так.